Всем привет! Вы на канале Pixel Enger. В этом видео я покажу, как можно нарисовать по клеточкам очень просто симпатичного милого девочку-единорога. И этот рисунок я назову весенний единорог. Для рисунка берем черный фломастер для контура, зеленый, розовый, сиреневый, желтый, голубой цвета. Сначала берем черный фломастер или маркер для контура. Начинаем рисовать контур рисунка. Начну рисовать от верхнего левого угла. От вот этой клеточки я отсчитываю вниз 5 клеточек, не касаясь бумаги. 1, 2, 3, 4. На 5 останавливаюсь и закрашиваю вниз 5 клеточек. Начинаю рисовать ушко единорога. Идем по диагонали вниз вправо. Закрашиваем 2 клеточки по вертикали вниз. Поворачиваем влево по диагонали вниз и закрашиваем 11 клеточек вниз по вертикали. От нижней клеточки еще идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 2 клеточки вниз. Еще идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 6 клеточек по горизонтали вправо. Это уже нижний край рисунка. От этой клеточки идем вверх и поворачиваем вправо, закрашиваем 6 клеточек по горизонтали вправо. Идем по диагонали вверх вправо, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали вправо, одну клеточку вниз по диагонали вправо. Еще идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 4 клеточки по горизонтали вправо. По диагонали вверх-вправо одну клеточку закрашиваем. Еще идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Одну клеточку влево. Идем по диагонали вверх-вправо и закрашиваем 10 клеточек вверх. Поворачиваем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 2 клеточки вверх. Теперь поворачиваем вправо по диагонали вверх, закрашиваем 5 клеточек вверх. Рисуем уже второе ушко единорога. Теперь 2 клеточки влево по горизонтали закрашиваем. Одну клеточку по диагонали вниз-влево. Еще одну клеточку по диагонали вниз-влево. Теперь идем по диагонали вверх-влево и закрашиваем 3 клеточки влево по горизонтали. От вот этой клеточки идем по диагонали вниз-влево, теперь вверх закрашиваем 6 клеточек по вертикали. Рисуем рог единорога. Идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 2 клеточки влево по горизонтали. 2 клеточки вниз здесь. От этой клеточки 2 клеточки вправо по горизонтали закрасим. Теперь 2 раза по одной клеточке по диагонали вниз вправо закрасим. От этой клеточки идем по диагонали вверх вправо, закрашиваем 3 клеточки вправо по горизонтали. И теперь от этой клеточки идем по диагонали вниз вправо и теперь вверх закрашиваем 4 клеточки по вертикали. От вот этой одной клеточки по диагонали вниз-влево закрасим 2 раза по одной клеточке, выделим ушко. От этой одной клеточки по диагонали вниз-вправо закрашиваем 2 раза по одной клеточке. Теперь от этого угла идем по диагонали вверх-влево и закрашиваем 2 клеточки по горизонтали влево. Еще идем влево по диагонали вверх, закрашиваем 2 клеточки вверх. Еще идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 6 клеточек вверх. Одну клеточку по диагонали вверх-вправо закрашиваем. Еще идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали вправо. Теперь идем вниз по диагонали вправо и закрашиваем 5 клеточек вправо по горизонтали. Перейдем наверх по диагонали, 2 клеточки по горизонтали закрашиваем, одну клеточку вверх по диагонали,
Теперь одну клеточку вниз по диагонали вправо. И еще идем по диагонали вниз. Закрашиваем 7 клеточек вниз. И еще идем по диагонали вниз влево. Вот здесь 2 клеточки по вертикали закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки перепрыгиваем 3 клеточки влево. 1, 2, 3. На 4 останавливаемся. И закрашиваем здесь одну клеточку. И от этой одной клеточки перепрыгиваем 2 клеточки влево и еще одну клеточку закрашиваем. От вот этой клеточки перепрыгиваем одну клеточку вниз, еще идем вниз, закрашиваем 2 клеточки по вертикали, начинаем рисовать глаз единорога. От этой клеточки идем вправо, отмечаем 2 клеточки вправо и такой прямоугольник. По ширине 2 клеточки, высоту 3 клеточки. Закрашиваем 6 клеточек. Прямоугольник. Теперь от вот этой одной клеточки перепрыгиваем 2 клеточки вниз. На третьей останавливаемся, закрашиваем 2 клеточки вниз по вертикали. От этой клеточки идем влево, отмечаем 2 клеточки влево и 3 клеточки вниз, прямоугольник. Закрашиваем всего 6 клеточек, прямоугольник, второй глаз. И черный фломастер нам больше не нужен. Будем раскрашивать теперь единорога. Сначала я беру яркий светло-зеленый фломастер и часть прически единорога закрашу светло-зеленым весенним цветом. Отмечаю вот здесь 2 клеточки, они будут зеленые. Вот здесь 4 клеточки, провожу контур. Вот здесь отмечаю 8 клеточек по вертикали, тоже будут зеленые. Здесь 2 клеточки, здесь 2 клеточки. Теперь отмечу вот здесь 2 клеточки, тоже будут зеленые. Здесь 3 клеточки, обвожу контур. Здесь 1 клеточка обвожу. Вот здесь 4 клеточки квадратика, введу контур. Теперь вниз клеточка. И вот здесь прямую линию рисуем. Вот эти все клеточки будут зеленые. Теперь от этого угла введу контур влево клеточка, вверх клеточка, влево клеточка. И от вот этой точки введу контур вправо клеточка и вниз длинную полоску. Вот эти все клеточки тоже будут зеленые. Теперь раскрашиваю эту часть зеленым фломастером. Теперь я беру голубой фломастер, здесь на голове единорога нарисую красивую яркую повязочку. От вот этой клеточки одну клеточку вправо закрашиваю голубым. И здесь сразу закрашу одну клеточку голубым. Желтым фломастером закрашу вот здесь 2 клеточки. Здесь 2 клеточки. Теперь снова голубой фломастер беру, закрашу здесь 2 клеточки по горизонтали. И здесь 2 клеточки по горизонтали. Теперь желтым фломастером вот здесь 2 клеточки по вертикали. И здесь 2 клеточки по вертикали. И голубым фломастером вот эти 4 клеточки закрашу. Теперь беру сиреневый фломастер, закрашу на роге единорога 4 клеточки. Вот эти 2 и вот эти 2. И желтым фломастером закрашиваю рог единорога, оставшиеся клеточки. Теперь беру розовый фломастер, нарисуем щечки единорогу. Вот здесь 2 клеточки по горизонтали закрашиваю розовым. И вот здесь 2 клеточки розовым. И розовым фломастером закрашу все остальные белые клеточки внутри прически единорога. Ушки остаются белые. И еще украшу этот рисунок маленькими цветочками. Цветочки рисуются очень просто. Можно всего лишь закрасить 4 клеточки. Делаем вот такие цветочки вокруг единорога. И вот такой очень простой рисунок по клеточкам. Яркий весенний единорог у меня получился. Кому понравился мой рисунок, не забывайте ставить лайк под видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Всем пока и до новых встреч на моем канале Pixelenger.